преподобный Иона родился в селении Шокша в 16 верстах от монастыря, основанного им впоследствии. Достигнув совершеннолетия, Иона подвязался учеником у преподобного Александра Свирского, который благословил молодого монаха на подвиг пустынножительства. Поселившись в лесу между озерами Яшезеро и Сенное, он стал обживать это дикое место. Несколько лет он провел один в суровых аскетических условиях. Постепенно к Ионе присоединилось несколько иноков. Вместе они построили деревянную церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Преподобный всю жизнь свою с большим тщанием трудился над устройством монастыря. Своими руками выкопал он канаву из Яшезера в соседнее озеро Сенное для большего удобства рыбной ловли. Сам изготавливал из дерева сосуды, употреблявшиеся при богослужении. Со временем о святости жизни подвижника стало известно далеко за пределами обители. В монастырь приходили многие паломники и приносили в дар различные нужные вещи, в том числе богослужебные книги. Глубокую любовь к преподобному Ионе питали и князья, и епископы, и игумены других великих русских обителей. Приставился преподобный Иона в конце XVI века и погребен в основанном им Благовещенском монастыре. Пятое октября. День памяти преподобного Ионы Яшезерского.